Ничейные налоги. Тысячи гектаров земли в Одесской области находятся в тени. Об этом заявил глава облгосадминистрации Сергей Гриневецкий. Недобросовестные аграрии не платят налоги, а бюджет теряет деньги. Например, в Одесской области 1175 населенных пунктов, и в 40% из них не проведено оценивание земли. Среди них Измаил, Подольск и Южный. В последний раз туда с инспекцией приезжали в 2013 году, что противоречит закону. Чиновники планируют провести инвентаризацию, чтобы вывести земли из тени. Проведеним анализом встановлено, що під час здійснення оновленої нормативної грошової оцінки земель обласних та районних центрів, взяли місто Білгород-Дністровськ, місто Теплодар. Середня вартість одного квадратного метра землі зростає в 2,6 та майже в 2 рази.